Родиной Антона Макарского стала Пенза, где он появился на свет в ноябре 1975 года. Мать мальчика еще до его рождения развелась с мужем, и детство Макара прошло без особых излишеств. Матери было непросто одной воспитывать ребенка. Лишь к 10 годам мальчика появился отчим, который дал ему свою фамилию. Но сегодня более детально поговорим про его личную жизнь. В 1999 году стал счастливым для Макара не только в творческой, но и в личной жизни. Во время работы над мюзиклом «Метро» он познакомился со своей будущей супругой-певицей Викторией Морозовой. Молодые люди настолько очарованы друг другом, что уже спустя год после знакомства решили обвенчаться. Семейная пара официально зарегистрировала свои отношения 3 года спустя, а в качестве свадебного путешествия у них оказались съемки шоу «Форт Боярд», проходящие во Франции. Идиллия семейной жизни Антона и Виктории была неполной, поскольку супруги никак не могли реализовать себя в качестве родителей. Был момент, когда они уже начали собирать документы для усыновления ребенка, однако судьба смилостивилась над супругами, подарив им собственного малыша в 2012 году. Виктория родила девочку, которую счастливые родители назвали Марией. Спустя 2 года у Маши появился братик по имени Ванюша. Виктория и Антон много времени уделяют детям, которых они так долго ждали. Они переехали на постоянное место жительства в Израиль, где у супружеской пары проживали родственники. Супругов объединяет не только забота о семье, но и совместная работа, поскольку Виктория является продюсером, артистическим директором и организатором концертов Антона.